Середина весны. Время, когда можно уже доставать светлые кроссовки и кеды. Сегодня я расскажу о парах, которые будут идеальны для прогулок и занятий спортом. Adidas Campus. Пара, которая набирает популярность в странах ЕС из-за обновления их силуэта. Минимализм, разнообразность расцветок и удобство. Следующая пара – Nike Initiator. Силуэт данных кроссовок вдохновлен их парой, которая уже не выходит. Nike P6000. Относительно бюджетная, трековый стиль плюс сетка. Что еще нужно для лета? Дальше у нас New Balance 530. Идеально вписываются в трендовые стрит-стайл образы благодаря своему ретро-дизайну и серебристым элементам, которые в моде в 2023 году. Также пара Adidas EQT. Были созданы для работы, отличаются простым дизайном, который обеспечивает универсальность создания образов. Их можно носить с повседневной одеждой, джинсами, шортами или спортивной одеждой. Главное, помните, носите то, что вам нравится. И не важно то, что вас за это могут спросить.